Я думаю, что после вот таких событий, которые были связаны с Анжи, после того, как достаточно большая группа игроков, точнее всего за сезон 15, а так в конце 12, вот, ушло игроков, учитывая, что те игроки, которые влились в команду, они всего по нескольку тренировок провели вместе, а некоторые вообще не тренировались вместе. Я думаю, что для этой ситуации Анжи сыграл нормальный матч для себя. Хотелось бы лучше. Вот. Но в целом, как я считаю, нормально для нас. Вы сегодня выпустили не тех футболистов, которые более знакомы для вас, то есть самарских, а выпустили динамовских футболистов. Они были более готовы для матча? Они просто больше тренировались с нами. Из крыльев футболисты приехали и провели только одну тренировку вчерашнюю. А динамовские игроки, они провели с нами почти неделю. По поводу новичка вашей команды из Манчестер Сити, Абдул-Разак, что можете по этому поводу сказать, по поводу этого шанса? Ну, могу сказать, что он играет за сборную своей страны, и что он молод, и мы надеемся, что он у нас, не только он нам поможет, но и мы ему поможем несколько вырасти. Он игрок опорной зоны. Вот у нас вместе с Евролигой достаточно напряженные предстоят дни, подряд игры, поэтому нам нужно иметь такой относительно неплохой резерв. Мне кажется, в целом, если взять, что-то удалось сделать, нельзя сказать, что самое эффективное, то, что мы сделали. Но в целом, думаю, удовлетворительно. И то, что Разак влился в наш коллектив, это как бы по логике вещей, это естественно для нас. С отмененным голом пенальти согласны? Мне сложно сказать. Я просмотра не видел. Те, кто видел телекартинку, говорят, что вроде не было офсайда, и боковой вроде не поднял. Но я зато очень хорошо помню одну ситуацию, когда явный гол угловой, и судья стоял рядом, видел, от кого ушел мяч за лицевую линию, и тем не менее дал отворот. Это я видел. В Ланчине еще ожидаются перемены, в частности, какие слухи, что и Трауре может, и Джусиле, и тот же Эвертон. Нет, эти футболисты, новые игроки ожидаются, а вот этих, они остаются, да, эти. Вы вообще довольны комплектацией состава, вообще часов хватит этих игроков на сезон? Если можно, еще один вопрос по Лиге Европы, тоже довольны жеребьевкой? Ну, жеребьевкой воспринял я ее как... Была бы другая, посильнее группа, точно так же бы среагировал, как и на этот состав. Считаю, что для нас простых соперников нет, и нам надо играть с любой командой. Ну, игроков хватит, важно, чтобы хватило качества. Вот, важно, чтобы мы добавляли в игре, поскольку в сегодняшней игре все-таки, несмотря на то, что в целом она нормально для нас складывалась, все равно проблем в игре сегодняшней достаточно много. Вот, а для того, чтобы эти проблемы устранять, надо, чтобы качество игроков, потенциал игроков был достаточно высокий. Далеко не каждого игрока я могу точно оценить, в силу того, что вот на сегодняшний день так пройдет, там неделя совместной работы будет более ясно, пройдет там 3-4 игры, еще более ясно будет. Ну, к сожалению, нам приходится, вот мы в такой ситуации, что нам приходится именно вот из этого исходить.
из того, что они будут здесь показывать. Так, конечно, в другом случае, когда времени побольше, ну, тренер, клуб по-другому поступают. С ним связана замена Олега Любенкова? У него ушиб